Вторым чартерным рейсом в международный аэропорт Актау прилетели 129 пассажиров из Тегерана. Гостей, приехавших в воздушную гавань, мангистауцы встречали с особым удовольствием, подавая национальные напитки баурсаки. Подробнее об этом в следующем сюжете. Туроператоры региона разработали 179 различных экскурсионных маршрутов по региону. Заинтересовали гостей природные и историко-культурные богатства полуострова. Среди туристов большинство впервые посетили Казахстан. 52-летний житель Тегерана Ахмед Риза Мухталиб начал отдых в новом году со своей семьей с соседней страны. В новом году планирую посетить несколько стран. Побывал в Грузии, Армении, Узбекистане. А в Казахстане мы впервые. Об Актау знаю лишь из интернета. В ближайшее время планирую побывать и в Алматы тоже. Казахстан удобен для нас в первую очередь быстрыми перелетами. 19 марта чартерным рейсом из Тегерана в Актау прибыл первый поток туристов. Уезжая, они делятся своими впечатлениями об отдыхе на побережье Актау. 137 туристов из Ирана в течение недели успели посмотреть наиболее популярные достопримечательности. Казахстан открылся для нас как новое туристическое направление. Мы, конечно, перед поездкой сюда долго сомневались, потому что ничего не знали о стране. На самом деле Актау оказался очень красивым городом. Мы будем планировать следующую поездку сюда. Напомним, Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Китая, Индии и Ирана. Теперь жители этих стран могут свободно передвигаться по территории страны до 14 дней. Айжан Сабитқызы, Мангелтур Ахмет, Дидар.